Ученики 133-й школы в микрорайоне Дружный провели выходные под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». Массовая зарядка, спортивные эстафеты и квесты соревновались и первоклашки, и выпускники. Мероприятие «День здоровья». Вот, при нашей поддержке и поддержке компании «Жилищная инициатива» направлена на развитие массового спорта, ну и поддержание детей в хорошей физической форме. Микрорайон Дружный – один из построенных жилищной инициативы. Здесь есть и детские спортивные площадки, детский сад, и школа с огромным стадионом и бассейном. Теперь на постоянной основе Краевой центр физического развития будет проводить здесь массовые спортивные мероприятия для всей семьи. У нас район густонаселенный, и вот такие мероприятия, они, скажем так, повышают активность жителей нашего района, именно спортивную активность. Но больше всего радуются дети. Им нравится бегать, прыгать, посещать мастер-классы по волейболу, теннису, встречаться с барнаульскими спортсменами. Еще больше школьники любят занимать на эстафетах первые места. Эмоции у тебя какие были? Ну, что мы выиграли, я была рада. А вот что тебе больше всего понравилось? Ну, как мы с палочкой бегали. Мне больше всего понравилось подавать подачу. А еще что? Мне очень понравилось то, что приехала команда университет. Участникам соревнований выдали грамоты за старания, но самое главное, что получили дети – желание заниматься спортом. Тем более в микрорайоне Дружный для этого созданы все условия. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.